занимаюсь спортивной рыбалкой. Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег. И не отвадишь от рыбалки даже палкой. Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. Эх, хвост чешу я, не поймал я ничего. Наши удочки в кусты, а рыбы подлые, как лошади, смеялись, что наши ведра были к вечеру пусты. Всем привет. В общем, внутренний прогрев крови можно получить и без проруби, просто раздевшись на сильном морозе или не сильном морозе, но сильным ветром. Это я понял, когда шел в проруби, был ветер, и дрифтеры прокладывали трассу. Я к ним подошел и долго их расспрашивал, потом они меня расспрашивали, потом говорят, ну все, хватит, холодно. Я говорю, так мне не холодно. Они говорят, нам холодно здесь стоять, слушать. Непонятные, необоснованные рекомендации прогреться перед прогружением в прорубь. Ладно, центр здоровья им виднее. Эй, Маржулечка, будешь купаться? А я не знаю, а? Там нету, а нет? Маржулечка. Вот. А, Маржулечка. Что скажешь, дно увидишь, нет? Прозрачная вода? Сейчас посмотрим. Ну тут, по идее, чистое озеро. Ну да. Тебе надо было гарпун взять со мной. В следующий раз этим с посохом Нептуна, да? Ты нырять-то будешь, нет? Посмотрим. О, ступени проваливаются под ногами. Все, тут уже все тает. Все, Нептун, жди меня. Давай. Да, чистое озеро. Что, дно видно? Нет, дно не видно. Надо было этот, номер телефона спросить. Ну, позвон сам. Сейчас бы позвонили, он бы увидел. Вы про кого? Про телефон на дне. А? Ну, это, наверное, только летом. Гости из Балалашихи приехали. Москва. Федерация закаливания и зимнего плавания. Я видео снимаю. Собираемся. Поэтому махаем ручкой, улыбаемся. Передаем приветы. Да, сегодня у нас гости из Балашихи. От Маржи Сургута. Балашихи, привет. Приветствуем. Вы с собой лед будете забирать в Москву? Да, у нас своего хватает. Вставай. Вперед вставай где-то, ну, чтобы тебя видно было. Надо меня, чтобы видно было. Гости. За Ольгу вставай. Давайте кучнее, кучнее давайте, чтобы все вместе. Чем женщина хуже мужчин? Мы за равноправие. Нет. Хотим таскать бетонные блоки. Мне тоже в воде надо. Смотрите телефон. Я попала. Маршрут. Красиво поплыл. Отрицательно. Ну вот мы недавно с этим столкнулись. А с головой! Столкнулись, потому что никогда не кричали в воде. Да? Надо. Эмоции выгорают. Около. Вылетают. Около. А если их нет? Значит, нас не страшно. Значит, если не кричится. Ты же знаешь, что лошадь плакала. Ой, голова не чувствует. Тоже орать будешь? Не, не хочу. Мне хочется заплакать. Мастер-класс от московских моржей. Бывших сургутских. Осторожно, там скотч. Ой, классно. У вас там рекорды, ой, не, рекорды не ставят, на сколько минут посидеть? Не ставят, а вот эта вот серая, она тоже по километру плавает, полтора проплыла. Сколько я сплавал? Наталья Серая. Ага. Она километр, 200 Ага. А по-моему, Осман Делебаш полтора проплыла. А по времени, по-моему, не засекали?
не знаю, она сделала рекорд по сидению в прорубь. Сначала час она просидела, прям видео есть, а потом полтора. Ага. Прям просидеть в прорубь полтора часа, это хрень. Да. Если так, кричишь. Полтора часа человек в проруби просидел в Москве. Надо встречать, значит. Нет, вот это все слышит. Это мы за ней наблюдаем постоянно. Нет, то, что она час просидела, я видел, а полтора еще не видел. Красней потихоньку. А, коленки красные. Это тоже весь красный стоит. Помидор. Да, вообще, страна помидоров. Сегодня 6 раз. А вообще, знаете, меня учили вот так. Ты ее пьешь, что ли? Вот так вот делать, вот так вот вперед. Пьешь? Омолаживаешься? Я думал, пьешь. Я вот зимой, я ее как бы. Все, готов. Прорубь, знаешь где? Ты только смотри, на тот край озера не уплыви. Знаешь, что холода нет. Есть недостаток тепла. А что шапку не снимаешь? Или там снимешь? Нет, шапку надо плавать. Шапку один. А что шапки? А с головой? Нет! Ну вот. Настраться мне интересно. Нравится, как... И делегация идет по нашему заводу, смотрит. А что ты? Ты же хотел два раза. Нет, не будешь? Не пошло? Такую шестеренку. Он переспал с матерью. Иди, да, иди заново. Рабочая. Нормально. Ну что, нашел телефон? Да нет, вообще мутная. Мутная вода. Очки затемненные, да? Нет, это тонировка, только с одной стороны. Ух, перезагрузился мозг. Тарантин замерзайкой протер стекла? Видите? Прорубь видно? Да. Машем ручками, это же видео, это не фото. Видео что? Конечно. Зачем сфоткать? Видео, а потом эти изображения понаделаю. Это же 24 кадра в секунду. Все. Все, привет. Ты фотографируешь или видео делаешь? Видео, конечно. Ну, машину ручкой маме. Ну, что, свои? Так, ребят, давайте вкуснее станем. Как-нибудь. Давайте, кто в одежде сзади стоит. Не палится, не палится. Ну, чтоб тебя вперед. Так, вроде бы все входят, да, все видят? Смотрим вот в эту вот точку, вот сюда. Поближе, покажи, поближе точку покажи, минус 6, с другой стороны пальца. Чиз. И ручкой машем. Видео снимается. Чай в руке. А, видео. Привет. Сургутские дороги самые ровные дороги в мире. Дубайские дороги. Вот такая дорога ведет к комплексу возрождения. Все дороги повозрождали. Ох! С криками хрен ли вы здесь стоите, прокладывать новую трассу. Как ты здесь проехал? Вот здесь все. Я пытался пройти. Мы тут пройти. Секрет просто, я же говорю, нужно сказать, Господи, благослови, перекреститься, закрыть глаза и поехать. Все. Можно стоять. Я хотел уже. А, вот здесь сам стал. Что, выйти? Сейчас. Что-то после твоей фразы все наоборот получается. Вы тяжелые просто. Там хватит ждать на ночь. Так, все, ну давайте. Давай выйдем, облегчим. Чувствую, сейчас будет это, сериал. У него ж клапана стучат. А, ты... А, ну мы тут пешком уже дойдем. Мы пешком дойдем, а то вы не выйдете с нами. Чуть не забуксовали.